Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя», друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня у нас 30 октября, и сегодня в этот день, в замечательный день, обязательно проведите денежную практику, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие. Далее, друзья, все более подробно. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам это ничего не стоит, а нам приятно. Итак, с вас лайк, а с нас важная информация для вас. Итак, друзья, сегодня 30 октября, сегодня для многих людей это будет интересный, захватывающий день, который будет насыщен разнообразными событиями и полный неожиданностей. Происходящие сегодня днем события внесут, возможно, в вашу жизнь суету и беспокойство, заставят где-то волноваться, корректировать планы, иногда даже приспосабливаться к ситуации. Все это может вас раздражать и утомлять, но зато будет способствовать появлению множества новых идей, столь же оригинальных, сколь и удачных. Ваша жизнь сегодня будет протекать в чрезвычайно бурном и стремительном темпе. День предназначен для реализации планов, обдуманных которые заранее. Интуиция сегодня не лучший помощник, поэтому сегодня необходимо рассчитывать на собственный опыт, на знания и профессиональное умение. День принесет вам очень приятные встречи и многообещающие знакомства. У вас еще столько обаяния, привлекательности, что жаловаться на недостаток внимания от окружающих вас людей просто не приходится. Постарайтесь проанализировать свои поступки, сегодня вы сможете усвоить многие важные жизненные уроки. В сегодняшний день вам стоит полностью посвятить анализу эффективности своей собственной деятельности в той или иной сфере. Может быть, для вас есть смысл немедленно сменить сферу деятельности, чтобы добиться более реальных результатов и пользы для себя. Всякий раз, когда перед вами сегодня нечаянно закрываются какие-то серьезные возможности и перспективы, тут же открывается и множество новых горизонтов. Старайтесь не переживать по поводу этих невзгод и трудностей и посмотрите на вещи со светлой стороны. Воспользуйтесь этой возможностью перевернуть принципиально новую страницу своей карьеры. Сегодня не торопитесь делать поспешные выводы и не стоит принимать никаких опрометчивых решений. Если вы сегодня сможете проявить выдержку, то в очень скором времени вам откроется масса новой информации, которая поможет вам сделать обязательно правильный выбор. Посвятив себя полностью работе, вы вполне можете обойтись минимальными затратами времени и сил. Не теряйте из виду и свои карьерные цели и будьте готовы на ходу корректировать свои замыслы и планы, если вдруг возникнет такая необходимость. Сегодня вам не трудно будет отстоять свои интересы, найти спонсоров, единомышленников и союзников. Вы без труда сможете довести свои мысли до собеседника как в процессе личного общения, так и посредством любых электронных средств связи. Сегодня у вас появятся новые идеи, но до их реализации дело не доходит. Торопиться, конечно, не стоит, сегодняшний день гораздо лучше подходит для обдумывания, чем для каких-то срочных и быстрых действий. Сегодня день, когда можно делать инвестиции в собственный бизнес, а вопросы, касающиеся финансов, вы сможете решить безошибочно. Сегодня стоит быть осторожнее с деньгами. Попытки поднять себе настроение с помощью небольшого шопинга обречены не на неудачу. Поэтому используйте правильно внезапное сегодня затишье в делах. Планируйте, что вам предстоит сделать, что нужно сделать. Также наступает новая рабочая неделя, а значит, вам нужно подумать о том, чтобы вы сделали, чтобы вам эта неделя принесла прибыль. Возможно, вам нужно доработать какие-то свои планы. Сегодня лучше было бы, если бы вы расслабились, отдохнули. Дело в том, что вы в последнее время очень сильно устаете на работе. Вероятнее всего, причина этому сидячий образ жизни. Нехватка кислорода, который и выявляет симптомы усталости. Вам сейчас необходим свежий воздух и активные виды отдыха. Ваше здоровье не внушает опасений, но это не означает, что можно махнуть рукой на его поддержание, даже хотя бы на один день. Движение – вот залог вашего хорошего самочувствия. Следуйте этому правилу, и вашему железному здоровью можно будет только позавидовать. Подвижные игры, занятия спортом на природе восстановят свежий цвет лица и смогут зарядить вас жизненной энергией.
Однако излишнее рвение в занятиях спортом может привести к перенапряжению или, вполне вероятно, к ушибам или другим неприятным последствиям. Постарайтесь быть осторожны, отправляясь в тренажерный зал или же в бассейн. А лучше вы перенесите интенсивные упражнения на более благоприятное время. День подходит для планирования семейного и романтического отдыха, подготовки к путешествиям. Ваша семья всегда поддерживает все ваши начинания и не станет помехой на пути продвижения к вершинам успеха. Вы знаете, что ваши тылы надежно защищены и можете смело идти вперед к намеченной цели, будучи уверенным в том, что именно со стороны близких людей вам не стоит ждать каких-либо неприятных неожиданностей. Судьба на данном этапе жизни предоставила вам большие возможности и наложила определенные обязательства перед собственной семьей. Не стоит забывать об этом, возвращаясь вечером домой. В доме тишь да благодать. Не портите сложившуюся ситуацию каким-то резким словом. Наоборот, лучше наслаждайтесь благолепием семейной жизни и не заводите разговор на наболевшие темы. Будьте готовы к тому, что присущее вам обаяние завоюет вам множество новых поклонников и ухажеров. Счастливыми будут и случайные встречи. Но все равно сегодня женщинам очень полезно почаще заглядывать в зеркало. Источники вдохновения могут быть разные. Иногда мы с вами черпаем его в общении с миром искусства. Иногда нам помогает обрести мир живой природы. А порой им наполняет наше общение с необычными людьми. Проведите сегодняшний день в обществе своей музы и сделайте для нее что-нибудь приятное, чтобы отблагодарить ее за чуткость, которую она проявляет в общении с вами. Сегодня можно проявлять максимум усилий и упорства в ваших поисках любви. Это поможет вам в самом скором времени найти вашу вторую половинку. Главное, ни на секунду не теряйте бдительности и внимательно наблюдайте за развитием событий, ведь эта встреча может произойти в самый неожиданный для вас момент. Обращаем ваше внимание, что сегодня у нас с вами 30 октября, воскресенье. Очень важно, чтобы каждый из нас подготовился к следующей рабочей неделе, потому что она будет для многих людей насыщена, будет интересна, будут появляться какие-то новые повороты, новые интересные события, к которым нужно быть готовым. Поэтому постарайтесь этот день все-таки уделить внимание отдыху и восстановлению потраченных сил. Поэтому, если вы хотите спать, отдыхайте. Если вы желаете пообщаться с кем-то, с подругами, с друзьями, проведите именно в компании таких людей, которые, возможно, вас могут подзарядить и будут вас мотивировать на какие-то интересные успехи. Ну а по лунному календарю, друзья, сегодня у нас с вами 5 и 6 лунные сутки, растущая луна в знаке зодиака Козерог. Также обращаем ваше внимание, что с этого дня у нас с вами Марс становится ретроградным, а это относится к семейным ценностям, к отношениям, к воссоединению семьи, и, что немаловажно, прощайте своих врагов. Возможно, они находятся от вас далеко, или вы не готовы, вы боитесь им сказать вслух слова прощения. В таком случае представляйте себе картинку, как вы их прощаете, и они вас прощают. И старайтесь не якорить больше эту ситуацию, то есть не возвращаться к ней, а уходить. Если даже ваша голова возвращается, ваши мысли возвращаются именно к этой не очень хорошей ситуации, старайтесь находить какие-то другие моменты, например, мечтайте о чем-то, что бы вы хотели иметь, чтобы энергия была, не тратилась на прошлое, а нужно, чтобы она тратилась и на будущее. Также сегодня ни с того ни с сего может произойти неожиданный визит гостей, или, как вариант, вы можете отправиться в гости. Также сегодня вы должны понимать, что очень важно отказаться от общения с завистливыми людьми, которые несут вам негатив. Иногда это очень сложно, но иногда по жестам, иногда по словам можно определить, что с таким человеком лучше уже не иметь никакого дела, потому что такой человек может нести определенные моменты и определенные нюансы в вашу жизнь. Друзья, и именно сегодня у нас с вами замечательный день, 30 октября, когда обязательно проведите одну простую практику. Для этого на протяжении дня говорите следующие волшебные слова. Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Очень хорошо, если эту фразу будете вы не только проговаривать, но и писать на листке бумаги. Написали.
Космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. Ставим точку. После этого благодарим Вселенную и сжигаем листик, а пепел развеем по ветру. Вы можете, если у вас очень тяжелая какая-то ситуация, вы можете делать много раз. И в таком случае эти кодовые слова перепрограммируют ваше подсознание. Итак, пишите и проговаривайте эти слова. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк к этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, прямо сейчас на экране видите два прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там много ценной, важной, нужной и интересной для вас информации. Всех вам благ, друзья. Услышимся с вами в следующем видео.